Салат, который по популярности уже обошел традиционные оливье и шубу. Простое и очень сытное блюдо на каждый день. Для приготовления требуется всего несколько основных ингредиентов, которые легко можно найти в любом супермаркете. Я очень люблю этот быстрый салат. Он идеально подходит как для семейного ужина, так и в случае неожиданно пришедших гостей. А если салатик необычно и красиво оформить, например, свежей зеленью, то его можно подать и к любому праздничному столу. Всем привет! Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Simple Food. Будем готовить самый быстрый и самый вкусный салат «Минутка». Самое сложное в этом салате – это отварить яйца. Поэтому я уже заранее их подготовила и осталось только измельчить. Разрезаем пополам, желток отправляем в отдельную емкость, а белок натрем на крупной терке. Нам нужно 2 яйца. Измельченный белок отправляем в емкость для салата. Берем копченую курочку, это может быть грудка, ножка, то, что вы любите, или то, что есть под рукой. Разделяем и мелко измельчаем ножом вот на такие вот кусочки. Измельченное мясо отправляем в емкость к белку. Теперь берем помидор среднего размера и тоже будем его нарезать на небольшие кусочки. Делать это совершенно несложно и быстро. Предварительно заливать или обдавать помидор горячей водой не нужно, иначе вкус будет совсем не тот. Кожицу для этого рецепта я не снимаю. Готовый помидор выкладываем в салатник. Остался еще один ингредиент – это сыр. У меня твердый и слегка соленый. Натираем его на крупную терку. Сыра не жалейте, будет очень вкусно. И тоже отправляем его в емкость. Теперь будем заправлять. У меня домашний майонез. Если вы еще не знакомы с моим рецептом, рекомендую посмотреть. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Отправляем заправку в салат. И если вы готовите салатик просто для семейного обеда или ужина, то после того, как хорошенько перемешали все, можно подавать на стол. Наш невероятно вкусный салат «Минутка» готов. А можно сделать торжественный и праздничный вариант. Для этого возьмите красивое блюдо. Поставьте сервировочное кольцо или просто аккуратно выложите на центр салатик. Разровняйте, немного уплотните ложкой и дайте так постоять пару минут. А пока подготовим украшение. Желток, который мы отложили в отдельную емкость, измельчаем до состояния мелкой крошки, вилочкой или ложкой, как вам удобнее. Берем укроп и мелко нарезаем. Можно взять абсолютно любую зелень, которая вам нравится. Снимаем кольцо, аккуратно и медленно, чтобы ничего не поломать. И по окружности будем украшать наш салатик измельченным укропом. Украсить вы можете по своему вкусу. Можно также взять вместо укропа, например, зеленый лучок. Будет тоже очень вкусно. Вот что у нас получилось. Теперь серединку я украшу крошкой от желтка. И будет очень нарядно и празднично. Еще буквально пару секунд, и все будет готово. Вы только посмотрите, какую красоту можно сделать из обычного салатика. Хотя обычным его не назовешь. Очень вкусный, сочный и такой воздушный. Аппетит разыгрывается моментально. Чем мне нравится этот салат, что его можно порезать как торт и порционно подать. Как же это вкусно! Такие простые продукты и такое удачно вкусное сочетание. Это определенно стоит приготовить. Сытный, легкий в приготовлении и просто обалденный салат «Минутка» не оставит никого равнодушным. Он намного круче обычного оливье или банальной шубы. Так что рекомендую. Спасибо, что смотрели это видео и были со мной. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, мне будет очень приятно. И не забудьте подписаться. С нетерпением жду ваши отзывы в комментариях и фото в Instagram. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!